Всем привет, друзья мои! Я продолжаю снимать серию фильмов о мощных палках. И в данной серии я покажу вам очередной спиннинг, бесколечный спиннинг серии Inline от компании PEN. И речь сейчас пойдет о Regiment 3 240 с тестом 20-30 LB. Друзья мои, данный спиннинг – это бесколечный вариант. Это серия Inline, где наш шнур проходит внутри бланка. По сути, у данного спиннинга есть одно вспомогательное кольцо. Вот оно. Есть само входящее отверстие вовнутрь бланка. И проходя через весь бланк, шнур у нас выходит в концевом тюльпане. Все. То есть здесь на бланке колец вообще нету. Я уже говорил о такого плана спиннингов. У меня были уже серии фильмов на данную тему. Ну, еще раз для тех, кто первый раз смотрит. Это довольно-таки удобная, с одной стороны, тема. Удобный бланк. В связи с тем, что у нас нету ни одного кольца. И плетенка у нас не цепляется. Особенно за концевой тюльпан. То есть бывает, да, вот наверняка у вас тоже были такие случаи, у кого-то у вас, друзей, были такие случаи. Ну, вы сталкивались, если ловите рыбу, 100% с этим сталкивались. Когда плетенка у нас цепляется за концевой тюльпан. Не все этим страдают, в частности, я не сильно этим страдаю, но почему-то вот у некоторых рыбаков данная проблема присутствует, и их как притягивает вот данная проблема. Так вот, такие люди очень ценят данные палочки и любят ловить на них. Еще основной, вот такой важный плюс этих палочек – это превосходная чуйка. В данном случае речь сейчас пойдет о троллинге в один спиннинг. Или, допустим, ловлена сама данная палочка подойдет, в принципе, и туда, и туда. Вот. Но, значит, для троллингистов, кто ловит в один спиннинг, данный бланк будет очень интересен. То есть он реально жесткий, ну, скажем, в меру жесткий, и имеет превосходную чуйку. То есть мы будем полностью контролировать ход событий, мы будем чувствовать каждую мельчайшую поклевку судака особенно. Вот. То есть для судачьей ловли троллинга в один спиннинг это довольно-таки очень важно. И данный бланк, он нам, ну скажем, поможет раскрыть полностью, скажем, наши задачи. Назовем это так. Вот, спиннинг подойдет как под мульт, так и под безнарационную катушку, без разницы. Данный спиннинг сделан довольно-таки стильно. Вроде бы, с одной стороны, без всяких каких-то наворотов, это, ну, такой черно-серый бланк с такими вот, скажем, небольшими золотистыми буковками. Остальное все вот прям вот минимизировано. Единственное, на ручке, ручка из Эвы. И на ручке есть такие вот вставочки золотистого цвета тоже, значит, такие, назовем это вставочки, да, такие обрамления. Вот. Смотрится довольно-таки стильно. Упор у данного спиннинга прорезиненный, он мягкий. И, не знаю, к счастью или к сожалению, в принципе, я сильно этими набалдажниками не пользуюсь, но у данного спиннинга нету в комплекте вот этого колпака набалдажника, который закрывает вот этот упор. Он, в принципе, не нужен, потому что сам упор, я говорю, повторюсь, он прорезиненный. И если даже мы будем упирать его куда-то, ну, скажем, в пузо, в паховую систему, куда-то сюда, при выкачивании, при силовом выкачивании, то мы не ощутим никаких, скажем, дискомфортов, если будем ловить без пояса. Ну, а с поясом, как бы, есть специальные прорези, которые нам позволят упереться в пояс, соответственно. Давайте, наверное, сейчас посмотрим строй удилища. Ну, и я вкратце постараюсь вам рассказать, кому-то объяснить, для каких целей и куда данный спиннинг подойдет, скажем так. Где его можно использовать. Ну, друзья мои, начнем, наверное, с ручки. Ручка вполне вменосная. Я бы сказал, она имеет такой размер, который вот нам необходим при троллинге в один спиннинг. Рука не будет уставать, мы будем держать спиннинг в одной руке, подсекать, подыгрывать, и напрягаться мы не будем. Когда ручки сделаны коротко, скажем, куда-то где-то до сюда, да, то у нас рука соскальзывает, и нам неудобно и подсечь, неудобно постоянно подыгрывать приманкой, то есть подтвичивать при троллинге. Кстати, это отдельная тема, следите за моим каналом, я об этом рассказывал. Вот.
И вообще держать долго спиннинг в руке с короткой ручкой не очень удобно. Особенно, допустим, даже когда клюнет, допустим, сом при своей резкой поклевке, бывает, что короткие ручки, они выскакивают отсюда, и, соответственно, получается слабина, и ну, шанс самого уйти намного увеличивается. Вот вполне вот такие ручки должны быть, вот, скажем, под локоток, назовем это так, я об этом уже тоже говорил. Итак, давайте посмотрим строудилище. Друзья, строудилище, вот прямо я бы сказал, что то, что доктор прописал, как говорится, в простонародье. Вот где-то он вот так будет, наверное, сгинаться на ахтубе под агрессорами. Все так я вам покажу, наверное. Максимально я прям давлю это вот прям, ну не максимально, конечно, мне давить сильно как бы незачем, но вот, вот максимально, наверное, как он может согнуться именно при работе определенных приманок. Не больше. Вот. А так, в принципе, его работа где-то будет вот такая. Это вполне достаточно. Кстати, я неоднократно говорил, что при работе, при ловле троллинга в один спиннинг, когда мы контролируем все через бланк, нам достаточно, во-первых, нам нужно жесткое удилище, чтобы подсекали, чтобы чувствовать все это, я уже говорил, да? И во-вторых, нам не нужно, чтобы бланк сильно там прям как-то нагружался. Нам нужно, чтобы спиннинг нагружался где-то вот так. То есть, как я говорю, допустим, ну, до максимум до 15 сантиметров отклонения от своего оси. То есть это где-то, наверное, вот так. Вот. А то, грубо, вот от 5 до 10 сантиметров. Вот этого вполне достаточно. То есть у нас вот кончик будет отрабатывать, все будет переходить нам в руку, мы даже по кончику будем видеть, и будем видеть, и будем слышать все через бланк спиннинга. Спиннинг имеет неплохую чуйку, я бы сказал, даже не то, что неплохую, хорошую чуйку данный спиннинг. Видите, он не сильно какой-то такой колообразный, он просто имеет такой жесткий строй. Спиннинг вполне информативный, имеет информативную вершиночку. Удилище подойдет под ловлю на бандиты, на халкообразные приманки 125-е, 150-е, на какие-то даже упористые кренки приличных размеров, под самовью троллинговую ловлю, под судачью троллинговую ловлю, под щучью троллинговую ловлю также он подойдет. Он будет и вязать рыбу, и будет, в принципе, полностью контролировать ход событий благодаря своему бланку из высокомодульного карбона и жесткости. Также, друзья мои, будет отличная и подсечка. С удачей подсечка будет моментальная, хорошая. Это удилище будет неплохим универсалом. Неплохим универсалом как по троллинговой ловле. Им можно даже ловить, я думаю, что с крупными приманками на водоемах даже без течения. Вот, на водохранилищах, ну, если мы будем использовать крупные приманки. А под водоемы с любым течением, от, скажем, даже, кстати, от каких-то небольших кренков размера, в размере там, 50-м, 60-м, то есть 50-60 мм, и заканчивая, допустим, какими-то 150-ми воблерочками, данный спиннинг подойдет. Повторюсь, он имеет хорошую чуйку. Во-первых, у него очень высокая конусность, за счет этого он имеет чуйку. Во-вторых, как бы он сделан из неплохих материалов. Плюс к чувствительности добавляет то, что сама плетенка будет проходить внутри бланка и будет дополнительно давать вот эту вот чуйку, передачу в руку через бланк. Также данный спиннинг можно использовать при ловле на квок. Он не сильно жесткий и в то же время даст саму возможность заглотить приманку, то есть как бы нормально цепануть ее, клюнуть, как говорится. И мы с этим спиннингом запросто справимся, ну, по сути, с любым самом. То есть мощность данного удилища довольно-таки приличная. Это морская серия, и она позволяет, ну, скажем, вываживать довольно-таки крупную рыбу. У данного спиннинга есть одна особенность, есть нюанс. Вот этот тросик. Данный тросик терять никак нельзя. Если мы тросик этот потеряем, он идет в комплекте, то продеть плетню внутрь бланка будет крайне проблематично. Данный тросик как раз и создан для этого. То есть это вспомогательный, скажем, инструмент для продевания плетни вовнутрь бланка. Как она продевается? То есть мы берем тросик, начинаем сюда продевать, он пошел, значит, вверх, выходит из концевого тюльпана,
Здесь остается у нас концевая часть с петелькой. К этой петельке мы привязываем плетню и дальше протягиваем, то есть продеваем плетню с тросиком через весь бланк. И плетня выходит через концевой тюльпан. Все, плетня продета. Но это, друзья мои, можно легко сделать только вот с таким тросиком. Так что берегите данный тросик, возите его с собой в каких-то сумочках, я не знаю, там в каких-то у вас чемоданчиках, и не теряйте его. Спиннинги Пен очень-очень качественные. То есть этот продукт можно назвать эталоном для ловли трофейной рыбы. Что катушки, что спиннинги от данного производителя можно брать смело, и данная продукция вас не подведет никогда. Нет, ушатать, конечно, можно все что угодно. Но качество данной продукции является безупречным. Друзья мои, я всем желаю рыбацкой жизненной удачи. Ловите больше, отпускайте чаще. Всем здоровья и мирного неба над головой. Пока.